В День Конституции состоялось торжественное вручение паспортов новым гражданам Российской Федерации. Встреча школьников прошла в отделе по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан города Хасавюрт. Главный специалист, эксперт отдела по вопросам миграции Камиль Салава в своем выступлении сказал, что всех присутствующих объединяет глубокое уважение к основному правовому документу страны. Традиции доброй вручать впервые паспорта нашим детям, учащимся общеобразовательных школ города, района, канун Дня защитника Отечества, канун Дня международного женского дня 8 марта, Дня независимости России, и не стал исключением и сегодняшний день. Сегодня мы отмечаем День Конституции Российской Федерации. Хотел бы сказать, что Конституция Российской Федерации, которую мы сегодня отмечаем, была принята 12 декабря 1993 года. Это наш основной закон, регулирующий взаимоотношения человека и общества в целом и государства, где определяются наши права и обязанности. Дорогие друзья, отныне вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Паспорт является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Всероссийская акция «Мы граждане России» – традиционный проект, основная задача которого состоит в формировании уважительного отношения молодых людей к государственным символам Российской Федерации, сказала в своем выступлении Айшат Атаева. Сегодня же отдел по делам молодежи города Хасавюрт вручит вам первый документ, который вам в последующем понадобится. Это Конституция Российской Федерации, в которой описаны все ваши права и обязанности. Я желаю всем вам крепкого здоровья, быть законопослушными гражданинами, быть людьми, которыми будет гордиться ваша школа, наш город, наша республика. Всех успехов вам, всех благ. По завершению основной части встречи юным гражданам вручили их первый основной документ, удостоверяющий личность, а также информационные буклеты, обложки на паспорт, флажок Российской Федерации и значок «Я россиянин». Закрыва Марфа. Умаханов Шамиль. Газим Арамедов Сайбудин. По словам организаторов, акция «Мы граждане России» в Дагестане прошла впервые. В планах у руководства МВД по Республике Дагестан проводить торжественное вручение основного документа гражданина на систематическом уровне. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».